Ребята, всем привет! Вы на канале Мой Энджомани, меня зовут Жанна. Сегодня хочу вам рассказать о двух интересных фишечках для YouTube. Итак, фишечка номер один – это когда под комментариях, под видео или в описании под видео можно поставить время. Например, интересный момент в моем видео, и ставите время, оно светится голубеньким, и тогда ваш зритель нажимает на это время и тут же его перебрасывает на этот интересный момент, и зритель это видит. Вторая фишечка, это тоже или в описании под видео, или в комментарии можно написать жирным шрифтом. Замечали вы, да? Многие так пишут жирным шрифтом информацию, например, это видео также вам может быть полезным, и это так выделено, да, и бросается в глаза, потом это вы закрепляете, этот комментарий, он висит под видео самым первым, туда вы вставляете ссылочку, и, возможно, ваше видео другое интересное люди посмотрят, и это будет как продвижение того предыдущего видео, то есть будет полезно и зрителю, который вас смотрит, и вам больше будет просмотров. Прикрепив такое время в комментариях под своим предыдущим видео, я поставила, что 10.10 будет интересный магический момент, и никто не понял, что нужно нажать на это 10.10. Товарищи, объясняю, это для вашего удобства, да? Когда вы можете сразу же перейти на интересный момент, не смотреть весь ролик, да, а сразу нажать на 10.10, перейти на этот момент. Я думаю, да что такое, никто не отреагировал, никто не понял про это 10.10, а потом у меня мама спрашивает такая, а что это такое 10.10, что ты имела в виду? Так вот, кто не знает, теперь вы знаете, что видя, когда вам пишут, что интересный момент на 10.10, и оно светится голубеньким, жмете на него пальцем, и ваше видео сразу перескакивает на этот 10.10, и вы смотрите магический момент. Чтобы было понятно, сейчас я покажу на примере своего видео, так будет нагляднее, потому что, наверное, сейчас никто не понял, что я тут объясняю. Что ж, наглядненько покажу на примере своего канала. Вот. Вот мое видео. Так. Например, оно открыто на... Боже, оно открыто реакции. Так, оно открыто на 4-й там минуте, да? Здесь, в описании под видео, оставлено вам. Кто досмотрел до 10-й минуты, как вам магический момент? И оно светится голубеньким. Нажимаем. И вы видите, сразу перескочило на 10.10. Включаем. В общем, тихий ужас. Баунти, приходи мне помогать. Кириш. О, Джонни, я хочу как синематограф. Прошу тебя, сделай монтаж. Вот, вот так вот. Например, мы напишем, что мой любимый момент. Мой любимый момент в видео. И ставим, например, 12, 2 точечки, 30. То есть на 12 минуте 30 секунд. Мой любимый момент. Нажимаем вот так вот. И вуаля. Мой любимый момент. Видео 12.30. Жмем на него. Да, видео сейчас стоит на 10.36. Жмем на 12.30. Раз. И видео перескочило на 12.30. И теперь нажимаем на 12.30. И вот мой любимый момент с моими розочками. Или с Баунти. Так, это было время.
Сейчас я вам покажу, как сделать красивый жирный шрифт. О, обратите внимание, Баунти пришла поучиться тонкостям Ютуба. Да, Баунти? Хочешь знать, как сделать жирный красивый шрифт? Сейчас мы тебя научим. Так, пишем. Пишем вам. Ну, например, вы пишете, что хотите, я напишу, например, вам также может понравиться видео. Вам также может быть интересно. И это видео, да? Написали, видим, что оно самое обычное, никакой не жирный шрифт. Да, Баунти, ты видишь, что никакой не жирный шрифт. Сидишь там, скучаешь. Так, вам также может быть, чтобы сделать его жирным. Становимся в конец видео, в конец текста, да, вот слово видео, самое-самое, без пробела, чтобы было. И ставим ему снежинку. Видели? Снежинка стоит. И в самом начале сюда тоже поставили снежинку. Без всяких пробелов и пропусков написали. О, поставили снежинку. Что-то я заговариваюсь. Теперь вставляем ссылочку. Вставить. Вот. Все самое обычное. Нажимаем отправить. Ну, как вам? Как вам теперь? Вам также может быть интересно и это видео. Видите, ссылочка. Становимся. Ссылочка активная. Сразу перебрасывает вас на мои любимые печенюшки с марципаном. Вот таким вот образом вы продвигаете свое предыдущее видео, которое набрало мало просмотров. Как вы видите, что видео с марципанами набрало всего лишь 289 просмотров, но в следующий раз, когда вы будете смотреть, оно уже будет на нем 2000, я думаю. Угу. Сделаем 2000 моим любимым печеньем с марципаном. Ну как вам? Классные примочечки? Обязательно этим воспользуйтесь, если у вас YouTube канал. Ставьте время, чтобы ваш зритель мог сразу попасть на самый интересный и классный момент в вашем видео. Обязательно делайте жирный шрифт для привлечения внимания вашего зрителя. Ну а вы, мой зритель, жмите на время, жмите на эти ссылочки. Это все для вас, для вашего удобства. И не забудьте поставить мне пальчик вверх, дайте знать, чтобы поставьте пальчик вверх, и я буду знать, что это видео было для вас полезным, интересным. Угу. И не забудьте подписаться на мой канал, потому что я стараюсь для вас, я стараюсь быть максимально полезной, всегда даю вам много интересной информации, то ли о YouTube-канале или о Германии. В общем, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых видео. Ну, а я постараюсь, чтобы видео выходили 3 раза в неделю или через день в одно и то же время. Тогда YouTube видит стабильность, и канал повышается выше, выше и выше, и зритель вас видит больше, больше и больше. Так что YouTube любит стабильность. А я такой лентяй, что забываю снимать видео, леньки идти за камерой. В общем, лентяйка. Итак, ребятки, коротенькое отступление. Все, кто переживал за Баунти, почему она все время сидит на улице и смотрит за нами в окно? Это у нее телевизор. Она сидит и следит за нами, как в телевизоре. На нее светит там солнышко, она все время тут сидит, ее любимое место греться на солнышке и контролировать, что же мы тут делаем. Если ее пустить в дом, то она будет вот здесь вот сидеть и смотреть в обратную сторону, что же происходит на улице. Вот такая вот у нас Баунти. И Баунти — это девочка. Кто подумал, что это мальчик, то нет, то Баунти — это девочка.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте с Баунти мы заканчиваем мой рассказ. Спасибо, что смотрели. Кто не понял, пишите в комментариях. Еще раз буду вам объяснять, как это сделать. Ну, а думаю, вы все поняли и воспользуйтесь этой прекрасной функцией. Ну что ж, всем пока-пока. Баунти, скажи пока-пока. Баунти. Скажи пока-пока.